На улице Степана Разина в Иркутске в будни по утрам практически всегда большой поток автомобилей. Водители в надежде сократить время проезда перед пересечением с Российской зачастую выстраиваются в три полосы. И это первая ошибка. Но есть и те, кто допускает более серьезное нарушение. Как раз о нем и пойдет речь в очередном выпуске программы «Помеха справа». Поворот со Степана Разина на Российскую с правой полосы. Такой маневр можно объяснить либо наглостью и нетерпением, либо банальным незнанием правил. Во-первых, если вы решаете так повернуть, то создаете аварийную ситуацию. Те, кто движется по трамвайным путям, вправе на перекрестке ехать прямо. Во-вторых, можете задержать тех водителей, которые стояли позади вас в правом ряду. Им придется ждать, пока вы совершите такой запрещенный маневр и освободите дорогу. Бывают и случаи, когда водитель просто сомневается, можно ли ехать по трамвайным путям. И вот ответ сотрудника ГИБДД. Если вам необходимо выполнить поворот налево или развернуться, на проезжей части слева, на которой расположены трамвайные пути попутного направления в одном уровне, то перед началом маневра вам необходимо заехать на трамвайные пути, не создавая помех рельсовому транспортному средству, и выполнить необходимый для вас маневр. Но так можно поступать только в случае, если на пересечении не установлены дорожные знаки 5.15.1, 5.15.2 или горизонтальная дорожная разметка 1.18. Для сравнения, знаки Сирии 5.15 установлены на перекрестке Ленина-Дзержинского. Большинство иркутян давно знают, что на этом пересечении нельзя двигаться по трамвайным путям. И поворот возможен только с вот этой левой полосы. Но до сих пор находятся водители, которые пренебрегают правилам. С вами был Александр Летау. Смотрите нашу программу и будьте уверены в каждом своем движении на дорогах Иркутска.